Всем привет! Сегодня я хочу распаковать вместе с вами еще одну посылочку с трикотажем. Очень многим понравился такой формат видео, и поэтому я буду регулярно записывать такие видео, где буду распаковывать ткани, трикотаж, фурнитуру и прочие мелочи для шитья. В этой посылочке не только трикотаж для моих деток, но еще и несколько отрезов я заказала специально для себя. И сейчас я вам покажу все по порядку. И первый трикотаж, который я вам покажу, это кулирка с лайкрой. Наверное, кто-то помнит, что я уже показывала кулирку с бабочками. Вот она. Сначала мне показалось, что это практически одинаковые кулирки, но потом я достала свой отрез и посмотрела, что они абсолютно разные. И мне захотелось этих бабочек тоже взять себе. Я взяла их для себя. Хочу шить из них лонгслив и шить какие-то однотонные штанишки. В общем, хочу какой-то домашний костюмчик из этих бабочек. Следующий трикотаж – это футер с лайкрой. Взяли его для Тима. Скорее всего, на штаны. Он очень любит вот такие вот штанишки из футеров разных. И, наверное, будем сочетать его вот с этим футером с лайкрой. Очень интересный принт. Тиме очень понравилось. Он вообще любит монохромные вещи больше, если честно. Серые меланжи, какие-то черные с принтами. У нас очень много разных толстовочек, штанишек, свитшотов именно в таких оттенках. Следующие два интерлока тоже для себя. Я из них буду точно шить, не знаю, как назвать правильно, пижама или домашний костюм. Жутко не люблю никакие халаты, но сейчас прохладно, как-то майки с шортами уже не хочется одевать, хочется одеться потеплее. И вот хочу верх шить из перьев, а штанишки шить из такого ментолового интерлока. Еще одна кулирка с лайкрой. Такая вот замечательная, с таким красивым, интересным принтом, с героями из мультфильмов Диснея, мультики из моего детства. Посмотрите, какие классные девочки. Из него, скорее всего, шью нам Стаси одинаковые футболки. Тоже домашний вариант. Не на выход, конечно, куда-то, а дома в таких вещах очень даже уютно и интересно. Еще один футер с лайкрой, наверное, самый долгожданный из этой посылки. Это футер купонный, вот с таким ярким и необычным принтом. Посмотрите только, как классно выглядит этот принт. Уже после записи видео я футер приложила к себе. Хочу из него свитшот. Другого ничего не вижу, к сожалению. Как раз купон достаточно большой. Подходит мне для передней части свитшота. Конечно, на маленькие вещи из него ничего не сделать. Это конкретно только принт для взрослых. Ну и последний футер. Это футер с начесом. Давно я не покупала таких футеров с такими куколками. Тоже очень давно я хотела себе именно футер с такими куколками. Ну, не именно с такими, их много разных. И вот решила такой купить. На теплое платьице. Я думаю, что или пижамку теплую сшить Тасе, или платьице домашнее тепленькое. И вот такие новиночки у меня появились. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!